как правильно целоваться. Перед тем, как целовать девушку, запомни, никогда не ешь чеснок перед свиданием. Знаешь, у тебя такие красивые ноздри. Ой, прости, позволь мне избавить тебя от страданий, вампирское отродье. А теперь за дело! Эскимосский поцелуй всегда пропитан нежностью. Но у меня нет носа. Стой, не надо драматизировать. А, что? Это ты о чем? Также будь осторожен с засосами на шее. Муа. О нет, ты оставил мне засос. Но зато все будут знать, что у тебя есть парень. Ха-ха-ха, какой ты хитрый. Ну ладно, я пошла. Счастливо. Хочешь сделать идеальную глазунью? Тогда используй для этого луковое колечко. Не, ну вы поняли? Глазунья! Бас, я принес черную икру. Не черную, а африканскую. В нашей передаче нет места расизму. Чтобы избежать неловкого молчания на свиданиях, лучше не вспоминать о прошлом. Знаешь, я всегда хотела сотворить что-то прекрасное, но в итоге все разваливается на части. А у тебя раньше было такое? Знаешь, думаю, нам лучше остаться друзьями. В ссылку ее. Что? Блин, последний раз знакомлюсь в Тиндере. Как быстро похудеть? Я подменила рабочую форму мужа на более маленькую. В итоге он пошел на работу в домашней одежде. В тот день он понял, что растолстел, и резко начал худеть. Так это была ты, сволочь! Ты заменила мой костюм от радиации! Зато смотри, какой ты стройный! Господи, да ты его... Но теперь у тебя видны кубики. Также очень важно отказаться от быстрых углеводов. Нет! Остановись! Каждый день во всем мире люди отказываются от быстрых углеводов. Ежегодно миллионы углеводов попадают на улицы, где им грозит верная смерть. Однако в природе еще сохранились дикие углеводы. Посмотрите на эту прекрасную особь. Его шерсть развивается... Ага! Теперь не такой быстрый углевод хренов! Да ладно, вы че? Это ж просто хлеб! Йоу-йоу-йоу, народ, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если тебе понравилось, то обязательно подписывайся на мой канал, жми на колокольчик, комментируй и рассказывай об этом видео всем своим друзьям. Можешь еще этот видосик глянуть. Или этот. Ну все, увижу вас в бесконечности.